1C Entertainment и студия Best Way выпустили новый трейлер стратегии Man of War 2 Arena. Игра продолжит серию, известную в России под названием «В тылу врага». Man of War 2 Arena — тактический экшен в реальном времени в сеттинге Второй мировой войны. Игра продолжает характерные традиции серии «Тылу врага», предлагая набор интересных миссий для одиночного и совместного прохождения, одновременно развивая многопользовательскую составляющую. Выберите сторону, за которую готовы сражаться, соберите батальон из сотен различных боевых единиц, которые подходят под ваш стиль, и отправляйтесь в атаку. Разработчики обещают традиционную возможность взять под контроль один конкретный юнит, мультиплеер и сражение 5 на 5, тотальную разрушаемость, кооператив и одиночную историческую кампанию. Новая ключевая игровая механика — линия фронта, демонстрирующая перевес одной из сторон конфликта. Чтобы побеждать, придется применять все методы, включая диверсии, угон техники и так далее. Последнюю наделили системой повреждения компонентов. На этом все, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные выпуски, а также ставьте лайк, если информация была полезной, до встречи!